Представляем вашему вниманию театрализованное представление «Сказка, как Колобок искал друзей». Принимают участие детки средней группы «Кнопочка» и «Семицветик». Thank you.
внезапно побегу вперед, ой, мне зачата помолите и грузи в лесу найдите. Мы тебе, друзья твои, данная плашна жавеет. Вот морковка принимай и про нас не забывай. Ой, спасибо вам, друзья, подружусь и с вами я. Буду вас оберегать, добрый час, пора бежать. А зовут меня Лиса. Здравствуй, Лисенька, красавица.
Со мной мои друзья.
Покажи. Все закончилось, друзья. Все закончилось, друзья. Если снова вся семья стали дальше, нужно жить, нужно жить. Вот и сказочки конец. Друзья. А кто слушал, молодец. Фотографируйте. Ага. Да. Ой, молодцы.